знаем. Привет, друзья, видеоканал «Русская Америка». Мы находимся в YouTube-магазине, точнее, Google-магазине. И YouTube тоже. Здесь очень много всякой символики компании Google и YouTube. Вот майки такие. Сейчас вам цены скажу. $16. $16. Кепка $24 вот такая. Померить. Можно наклейку на машину. Наклейки сколько? Это, наверное, на компьютер тоже. Наклейка. $1.99. Можно вот такой YouTube еженедельник. Писать, какие видео планируешь снимать в ближайшее время. И вот кофты. Много, $74. Цены космические. Воды. Цена $31. Фонарик. Не знаю, это плеер, по-моему, да? Нет, это прожектор. Пойдем еще дальше. Это Nest. Прикольная, кстати, вещь. Мы домой купили. Google тоже владеет этой компанией. Это камеры очень современные, которые работают удаленно, записывают. Это подставочки. Здесь Android. Пойдем еще в той части посмотрим. Вам, кстати, наушники нужны. Да? А вот, кстати, весь Google. Можно посмотреть, как выглядит компания. Вообще, это вот много корпусов таких, и они сосредоточены вот на очень большой территории. Постоянно расширяется. Вон велики гугловские. Тут можно взять велик, покататься по территории. В их цветах. Ну что еще? Вроде все, обошли, пошли. Сюжет закончен.